Привет всем, меня зовут Конор Макгрегор, и сегодня я устрою вам тур по особняку Макгрегора. Это кухня, мое любимое место. Это кладовая. Раньше я даже не знал, что это такое. У нас в Ирландии нет такого. Давайте посмотрим, что у нас в холодильнике. Хорошее качественное мясо. Овощи. Яйца. Лосось. Здесь все на уровне. У нас тут есть определенные правила. Давайте покажу вам. Правило особняка Мака. Правило номер один. Никогда не говорить о бойцовском клубе. Пятое правило относится к холодильнику. Никакого обработанного сахара, сладостей и десертов. Я не хочу, чтобы я открывал холодильник, а на меня таращился здоровый торт, потому что я сожру его. Поднимаемся в игровую комнату. Здесь у нас красивая лестница. Это игровая комната. Когда показывают бои, мы смотрим их здесь. Покерный стол. Вот спальня. Она такая грязная сейчас. Если бы моя дама не была в отъезде, здесь не было бы ни одной пылинки. Это ванная. Большой душ. Раковина для него и для нее. Ванная. Туалет. Сауна. Идем в гардеробную. После боя я, наверное, развалю этот дом. Представьте, какое здесь будет автопати. Отдохну, а потом свалю отсюда. Поеду в другое место. Это была вполне хорошая идея. Кто бы не хотел жить здесь со своими тренировочными партнерами, тренироваться, учиться, веселиться и расслабляться. Для меня это словно каникулы. Я отсюда поеду прямиком в MGM и возьму то, что принадлежит мне. Возьму свой пояс. Хорошо, это был ваш тур по особняку Мака. Я покажу вам выход. Вам не надо идти домой. Но вы должны убираться отсюда к чертям. Спасибо, что пришли.